Прямых законодательных запретов для проведения выборов в объединенных территориальных громадах нет. Об этом сегодня заявил премьер Владимир Гройсман на совещании с руководством Центризбиркома и Минюста. Из-за юридической коллизии, напомню, голосование в более сотни ОТГ оказались под угрозой срыва. И это, в свою очередь, тормозит децентрализацию. А это одна из ключевых реформ в Украине, считает глава правительства. Поэтому он призвал чиновников найти механизм проведения выборов, чтобы голосовать. Голосование прошло в ноябре или декабре этого года, хотя выборы должны были быть запланированы на октябрь. Миллионы людей, миллионы сегодня ожидают этих решений. Мы должны рухатись вперед и не зупинятись. И я буду бороться за то, чтобы подальший процесс децентрализации был успешным, и чтобы никто не заважав людям объединяться, ставать успешными и решать свои проблемы. Нам нужно найти будь-які правові рішення для того, щоб процес виборів в об'єднаних територіальних громадах відбувся і відбувся найближчим часом.